Если заметят, мне не сдобровать. Я буду
мудрая богиня войны. Радостно ли тебе видеть своего? Давай. A foto do chefe. E do que se pira? Заговаривай зуб. Алексей! Как? Мне ж поговорить. И почему ж? Подойдет ли? Слишком просто. Тебе пред... Он хочет... В следующий... Какие еще зубы? Я не лекарь. Ты ответил на мой вопрос, и у меня возник еще один. И еще один. И еще... Опасное место. Оружие! Обещаю, ты поможешься!
как больно! Мудрая богиня. Печати у тебя? Само собой, было легко. Как я посмел усомниться в тебе? И все же я благодарю тебя за помощь. С удовольствием. Ты умелый боец. Ты сомневался в этом? Надеялся. Это был риск нанять тебя. Вся наша жизнь — риск. По-видимому, я рискую чаще, чем другие полководцы. Кто не рискует, тот не побеждает. Именно. Почему наемник понимает это, а величайшие полководцы нет? Даже не знаю, радоваться или обижаться. Спартанцы ищут наши каналы поставок. Посылают лазутчиков. Этого нельзя допустить. Вы рискуете лишиться солдат, да. Нужно убить больше командиров. Оставить гоплитов без лидеров. Они дрогнут. Ты уверен? Спартанцы — грозные бойцы. Бойцы — да. Мудрецы — нет. Они похожи на зверей. Заставь их думать головой, и они потеряют почву под ногами. Принеси мне печати командиров. Посмотрим, что скажут наши полководцы. Я убью их. Чем скорее, тем лучше. Что ты думаешь о спартанцах? Полководец Неон сказал бы, что они безмозглые громилы. Ты ведь знаешь, что я из... Ты искуснее рядового спартанца.
Однажды ты сможешь получить Афин... Да, вершину. Точно. Было бы у меня больше власти над фл... Когда ты стал полков... Я уже очень давно командую армией. Поначалу я ошиб... Знаю, как это... Вместо меня чествуют других людей. Тех, кто не видит дальше своего носа и губит солдат. И что же? Смерть. Зачем тебе печати? Я брошу их в лицо полководцам из собрания, чтобы они раскрыли глаза. Пока они спорят, я выигрываю войну. Я знаю, что делать. Кто-нибудь помогите!
Попробую найти укрытие. Тебе помочь? Хорошего дня! Thank you.
Если это правда, нам повезло, что мы находимся под его командованием.
Лишь бы не заметили. Все, его имя в списке. Пора вернуться к Алкивиаду. Я разбогатею. Ugh!
Опининам будет нелегко навести вас. Мой любимый имя Софа. Понимаю. Имя. Если бы ты сказал. Быть мог. Скажи, что нужно. К сожалению. Хочешь, чтобы. Будь. Я найду. Отлично. Пора найти перо. Обычно он где. И мне. Перо и долг.